It's like interesting. Whoa, it's a crazy picture, really. Okay, so I didn't visit this beach for a long time. This is Dara-Bertsk city, and I'm on the edge of Cape. You can see the boat. So there are новый поселок, new settlement. If you translate it, settlement. And there left is Akademgorodok. There are Cape and here. Right here you can see the logs, the trees. You can't see them. I can't see them. So like that, someone cut them, maybe, and collected them. I don't know. To make a sort of like, whoa. No focus. It fell down. My case. So you see, it's this. This summer I didn't visit this beach. I prefer more wild beaches. Beaches, exactly. And yeah, there are another word. So okay, I switch it off. This is stones. Yes. It's like structure like that. Okay. So I didn't visit this beach. So this year try to focus. Okay. Fixed it. So it's like going the clouds from left side. It's from western south. It's warm. The wind is southern. It's warm. And like, what to say? That's why it's warm. So yesterday I just decided to run to this beach because it was already late, and I decided, okay, I was day before yesterday in another direction. It's always this direction, so I just came here. I was running, of course, and you can see a great picture anyway. So it's like piece of sky, still alive, and Novosibirsk city lights. В общем, я чую по LTL in Russian. В общем, я сегодня решил побежать на этот пляж. Это пляж Неаком, ну или Звезда теперь называется. Академгородок Новосибирска. О, даже дождик уже начинается. В общем, там тучи такие с юго-запада идут, вообще черные. Понятно, что вы их не видите. Здесь вот наваленные деревья. По-моему, топляк. Но там какие-то деревья высохшие, что ли. Не знаю. Одна береза высохшая лежит, и остальное топляк, но большие бревна. Ну, в общем... Да, я предпочитаю более дикие пляжи. И в этом году я практически здесь не был, только весной пробегал. Сегодня я решил бежать в этот магазин Spar. I decided to run to this mall Spar. Name Spar Mall. That's why I'm here. Ну, поэтому я здесь теперь. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, красиво, конечно.
И дождик в самом деле уже начал накапывать такой. И дождик-то накапывает. И как бы сейчас я побегу быстро-быстро. Этот магазин ребром мое почти, ну как проходит, конечно, там уже боль сместилась больше к середине. То есть, видимо, прирастает. Оно такое топорщилось влево немножко. Ребра. Я прям немножко даже испугался в эти выходные, когда просматривал это все такое. Такое, ничего себе, что это такое? Ну, ребята, борцы успокоили. Ну, говорит, так же было. И потом, ну, вроде встало на место. Ну вот, сейчас оно как будто прирастает такое к середине. Боль стала посередине, когда там напрягаешься что-нибудь. Ладно, чё здесь как бы красиво. В самом деле, вот этот дом посередине, он прям не берет его телефон, конечно, зума не хватает, но там окошки горят его прям слева, справа и посередине как бы полоса такая светлая. Прям офигенно смотрится, потому он, видимо, новый. И ладно, что надо бежать. Дождь прям уже прям слышно, как идет.